Всего 6 утра, а у Щелковской мечети собралось невероятное множество людей. Праздник Разговения, Ураза-Байрам, отмечает мусульманская община. 5 июля миллионы мусульман по всему миру празднуют завершение поста Рамадан, когда целый месяц в течение светлого времени суток мусульмане отказывались от еды и воды. Так, Ураза-Байрам, знаменующий окончание поста, является одним из главных мусульманских праздников. Мы в течение месяца с раннего рассвета до захода солнца воздерживались от еды и питья, и всего того, что мешало нарушить наш пост. Мы стремились быть богобоязненными, честными, справедливыми, терпеливыми и щедрыми. Уважаемые братья, дорогие единоверцы, я искренне от имени Совета Общины и себя лично искренне сердечно поздравляю с окончанием Великого Поста Рамазана и наступлением праздника Ид-аль-Фитр, Ураза-Байрама. В день праздника ранним утром представители мусульманской общины совершают праздничный намаз, а затем принимают участие в обильных трапезах. Такое торжество длится от 1 до 3 дней. В Щелковском районе мусульманская община существует уже много лет и активно сотрудничает с властями и общественностью района. С праздником верующих поздравил заместитель руководителя районной администрации Никита Никулин. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, успеха во всех делах и начинаниях. Мир и добра вашим семьям. Всего 5 июля в Щелковской мечети собралось более 3000 представителей мусульманской общины. Александра Гранич, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».